надо как-то разделить видео, и поэтому то видео будет дача Сталина, а это уже новое озеро Рица. Глубина озера Рица 116 метров. Не знаю, сейчас спрошу, будем мы кататься. Вода, говорят, здесь очень холодная. Вот люди сзади говорят, что теплая. Видимо, глубоко воздуха не хватает, так глубоко на дно. В общем, здесь проходит спасение айфона. Представляете, уронили телефон и пытаются его достать. Так мне кажется, он намок уже и все. Что, не поплывем на катамаране? Ну, тоже как-то и так все красиво. Вот на этом? Ну, это где-то там надо останавливаться, да? Нет, отсюда уехал туда. Да? А у меня ноги уже сегодня не вынесут еще катамаран. Мы сегодня пешком поднимались в крепость. Просто любуйтесь красотой, красотами. И, кстати, ребята, здесь так довольно-таки прохладно, я не знаю, градусов, наверное, 17. Солнце село. И вот хорошо, что я с собой взяла накидочку. Девочки тут все замерзли. Но мы решили уже заключительным этапом нашей поездки в Абхазию еще сплавать на кораблике. Куда там, на водопад? И чашечка кофе на озере Рица. Катамараны уплыли, где солнце. Там теплее, наверное. Здесь так довольно-таки уже так зябко. Айфон так и не спасли. Они, главное, его видят. Там глубина 6 метров, да, он сказал. Больше даже. Это вот возле берега. И ныряли. Он уже чуть его зацепил, но его очень ругают, что это чревато. Я могла об этом только мечтать. Что это такое за вайб? Дух Сталина. Только мечтать. Чашечка. Да что это такое? А, это какие-то птицы. Смотрите, как они летят. Чашечка кофе на озере Рица. А, это дроны. Мама. Где он? Господи, вам его не видно, вон он. Вот он. О, сел. Господи. Птицы, птицы, это дроны. Конечно, снять красоту с высоты — это просто шедевр. Если заниматься профессионально блогерством и снимать красоту сейчас, раз он его зарядит, наверное, и опять отправит в путь. Смотри,
что это, внуки Сталина. Запуск дрона. Там невеста была. Это дрон запускали, чтобы снимать свадьбу. Классно. Не надо им, они каждый день так делают. Да, да. Каждый день, через день. Пользуются этим. За очередь. Попали на фотосессию. Друг на друга посмотрели? Так, ты как будто бы на него замахиваешься. Так это есть, по-моему. Смотри, правда, так чуть. Даже хоть не скалка. Туда посмотри. Хорошо. Идите вон туда. Туда идти? Туда идти? Да. О, Господи. Батя зацепилась. Кто я? Вон так сюда. Да, прям привяз. Это на коленах. Да, да, да. Обними ее. А эту руку облокотись. Смотри, эту руку от ноги убери вот сюда.
Здесь уже так поднакинули пледики, потому что прохладно. Накатались на лодке, на моторной 50-го года, кстати, выпуска, бензиновая. Ну, ребята, конечно, место очень такое тоже атмосферное, такое загадочное. Вот еще сейчас перед тем уже как выдвигаться. Здесь парк, конечно, тоже не обойти за один день. Не знаю, сейчас получится остановиться. Нет, мужские слезы, там водопад. Вот такой орел. Фонтан. Не знаю, какого года выпуска этот фонтан. При Сталине еще, или при Хрущеве уже, или вообще при Брежневе. Но все сохранено в традициях еще СССР. Три недели. И вот такой горный орел. Вот это первая идет дача, еще построенная Сталину. Вот этот переход. Ну, вы все слышали сами. Это уже Хрущев. То есть у Сталина это была дача вот такая, совсем маленькая. Здоровский. Я очень рада, что я побывала в таком месте. Ну и кто ни разу здесь не был, тоже побывал. Старалась передать. Вообще стараюсь снимать ролики, как бы, чтобы было интересно. Там, ну, не то, что познавательно. Где-то я очень серьезная женщина, где-то я очень серьезная, несерьезная женщина. Где-то я могу поюморить. Так что у меня разносторонний такой, скажем, контент. Вот. Где-то можем и мукбанги вместе поужинать. Где-то можем и венца хлопнуть, а где-то вот на такие серьезные мероприятия попасть. Ну все, конечно, очень здорово. Люди все доброжелательные. И надеюсь, что сюда еще вернусь. Ну, к машине. И выдвигаемся в Новомихайловский. Любимый мой Новомихайловский. То, что я написала, любовь с первого взгляда, Абхазия, но это мои чувства. Это мне, это говорит о том, что мне здесь очень понравилось. Про переезд, конечно, никто не говорит. Просто надо почаще. Я, может быть, приеду куда-нибудь в другое место и вам скажу: о, Господи, а здесь еще лучше. Сейчас вам покажу горы. Я это солнце. На закате. Все, поехали. Сейчас еще заедем на водопад. Мужские слезы. Мужские скупые слезы.